Приветствую всех зрителей канала «Правильный выбор». Современные телевизоры впечатляют качеством изображения и своими возможностями. А вот что касается звука в них, то он зачастую не самого хорошего качества. Самый простой способ улучшить звучание телевизора – это покупка саундбара. Подобное оборудование имеет компактные размеры и выдает качественный звук не хуже, чем у домашних кинотеатров. Поэтому я решил составить рейтинг лучших саундбаров для телевизоров. Я расскажу вам о 8 моделях разных производителей, которые пользуются большой популярностью и получили наиболее высокие оценки. Также я оставлю в описании под этим видео ссылки на различные ресурсы, перейдя по которым вы сможете узнать актуальные цены на данные саундбары и сравнить их стоимость. Ну а перед тем, как я начну, хочу напомнить вам, что на канале «Правильный выбор» вы сможете найти много интересных рейтингов и обзоров на различные устройства. Подписавшись на канал и нажав на колокольчик, вы всегда будете в курсе лучших моделей на рынке. Также мы следим за актуальными ценами на все устройства, упоминаемые в наших видео, и информируем об этом своих подписчиков. Ну а теперь устраивайтесь поудобнее. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, а я начинаю топ 8 лучших саундбаров. Первый герой нашего рейтинга – LG SL4. Особенностью этого саундбара является функция адаптивного управления звуком, которая определяет тип воспроизводимого контента и автоматически настраивает нужный режим для создания идеального звучания. Владельцы устройства отмечают четкое, объемное и чистое звучание. Купив такой саундбар, вы сможете наслаждаться просмотром фильмов и прослушиванием музыки в высоком качестве. При этом вам можно не беспокоиться о том, как расположить провода по комнате и хватит ли их, ведь LG SL4 может подключаться к телевизору и смартфону с помощью Bluetooth. Тем самым вы можете поставить элементы саундбара в любом месте, чтобы добиться наилучшего звучания. Также стоит отметить, что устройство имеет компактные габариты, которые дают возможность удобного размещения там, где вам нужно. А при желании саундбар даже можно будет закрепить на стене. Следующий участник нашего рейтинга – Sony HTS-350. Этот саундбар имеет сабвуфер с 16-сантиметровым динамиком, который выдает насыщенный звук общей мощностью в 320 Вт. А благодаря технологии виртуального объемного звука S-Force Pro Front Surround вы сможете почувствовать себя в самом центре событий фильма. Вам будет казаться, что звук слышится отовсюду, даже без дополнительных тыловых акустических систем. Предусмотрено несколько режимов работы, позволяющих добиться наилучшего звучания при просмотре фильмов и прослушивании разных жанров музыки. Также стоит отметить, что устройство поддерживает беспроводное подключение по Bluetooth. Поэтому вы сможете воспроизводить музыку со своего смартфона или планшета. Кроме того, это избавит вас от лишних проводов в помещении, и вы сможете установить беспроводной сабвуфер в любую точку комнаты, чтобы добиться наилучшего звучания. А основную панель можно закрепить прямо на стене под телевизором. Благодаря черному цвету корпуса она идеально впишется в интерьер любой квартиры. Продолжает наш рейтинг лучших саундбаров JBL Bar 2.1 Deep Bass. Его по достоинству оценят любители басов. Выходная мощность устройства составляет 300 Вт, что обеспечивает превосходное звучание при просмотре фильмов и прослушивании музыкальных произведений. Наличие беспроводного 165-мм сабвуфера, а также применение технологии JBL Surround Sound и Dolby Digital обеспечивает сбалансированное звучание и глубокие и низкие частоты любых жанров музыки. JBL Bar Deep Bass оснащен входом HDMI, а также входами AUX и USB для предоставления множества возможностей воспроизведения звука. Кроме того, саундбар также имеет функцию беспроводного подключения через Bluetooth, что избавит вас от лишних проводов. А за счет минималистичного дизайна он отлично впишется в интерьер любой квартиры. Недостаток у этого саундбара только один – жалобы соседей на громкую музыку. Но если вы живете в отдельном доме и любите громко слушать музыку, то JBL Bar 2.1 Deep Bass – это именно то, что вам нужно. Следующий герой топа – Samsung HWR-550. Главная особенность этого саундбара – функция объемного звучания, благодаря которой звук расходится во все стороны от устройства, усиливая эффект погружения при просмотре фильмов. Кроме того, саундбар имеет автоматически анализировать звуковой сигнал и оптимизировать звучание с учетом особенностей контента. Если вы смотрите спортивную передачу с оглушительным ревом трибун или слушаете диалог актеров в фильме,
вы можете рассчитывать на то, что саундбар обеспечит наилучшее качество звука для просмотра данного сюжета на экране телевизора. Также в нем предусмотрен режим оптимизации звучания во время игр, обеспечивающий улучшенное звуковое сопровождение в экшенах и во время скоростных заездов в гонках. Ну и, конечно же, стоит отметить возможность беспроводного подключения по Bluetooth, а это значит, что на полу и стенах не будет лишних проводов. Управление саундбаром может осуществляться как при помощи пульта, так и через смартфон или планшет в специальном приложении Samsung Audio Remote. Напоминаю вам, что стоимость всех саундбаров, попавших в этот рейтинг, вы можете сравнить самостоятельно. Для вашего удобства и экономии времени я собрал в описании под этим роликом ссылки на различные ресурсы с актуальными ценами на все устройства, упоминаемые в видео. Кликайте по заинтересовавшим вас моделям, когда смотрите видео, и сравнивайте их стоимость. А пока что переходим к следующему участнику нашего рейтинга. Особенностью саундбара LG SL5Y является то, что в нем применяется технология DTS Virtual X, которая создает звук с впечатляющим эффектом присутствия. С помощью трех фронтальных динамиков и сабвуфера общей мощностью в 400 Вт данная технология делает эффект присутствия еще более ощутимым, а звук обволакивает вас со всех сторон. Качество звучания, как отмечают владельцы, на самом высоком уровне и при просмотре фильмов, и при прослушивании разных жанров музыки. Правда, раскрыть весь потенциал данного саундбара вам могут помешать соседи. Такая мощная акустическая система больше подойдет тем, кто живет в отдельном доме. Из других особенностей стоит отметить, что устройство располагает модулем Bluetooth, а значит, вы можете забыть о надоедливых проводах и мгновенно соединяться с саундбаром по воздуху. Продолжает наш рейтинг Samsung HWQ60R. Он обеспечивает захватывающее панорамное звучание благодаря фирменной технологии акустических лучей. Данная технология воспроизводит звук таким образом, что он локализуется точно в том месте, где происходит действие на экране телевизора. Из других особенностей данной модели стоит отметить, что она имеет систему адаптивного звука и игровой режим с уникальными звуковыми эффектами, усиливающими впечатление от происходящего на экране. Саундбар поддерживает источники с технологией HDR10, позволяя наслаждаться звуком с таким же высоким качеством, как и качество видео. Правда, владельцы отмечают, что полностью раскрыть потенциал саундбара можно только докупив тыловые колонки, что выльется в дополнительные траты. Из других положительных качеств стоит отметить, что устройство имеет встроенный Bluetooth-модуль, который позволяет использовать беспроводное подключение саундбара не только со смартфоном, но и с телевизором или другими устройствами. Для дистанционного управления моделью предусмотрен пульт. Также управлять саундбаром можно при помощи приложения на смартфоне. Если вы намерены сделать в своем доме полноценный домашний кинотеатр, то вам следует обратить внимание на Sony HTS-700RF. С ним вам покажется, что вы находитесь в настоящем кинозале. Саундбар позволит вам полностью погрузиться в происходящее на экране и не пропустить ни единого нюанса. Общая выходная мощность этой акустической системы, в которую входит трехканальный саундбар, дополнительные тыловые напольные колонки и сабвуфер, составляет 1000 Вт. Они обеспечат объемный, охватывающий со всех сторон звук с детальной проработкой высоких и средних частот и глубокими басами. Подсоединить устройство к телевизору не составит труда. Благодаря поддержке стандарта HDMI ARC, подключение к совместимым моделям производится при помощи всего одного кабеля. Также стоит отметить, что благодаря встроенному Bluetooth-модулю можно будет воспроизводить музыку прямо со своего смартфона. А скачав приложение Sony Music Center, вы сможете не только управлять воспроизведением треков, но и настроить колонки, исходя из своих предпочтений. Sony HTS-700RF станет отличным приобретением для тех, кто задумывается о домашнем кинотеатре. Единственный минус — это обилие проводов, которые придется протягивать по периметру комнаты. Завершает наш рейтинг лучших саундбаров для телевизора Yamaha Music S-Bar 400. Данная модель имеет множество восторженных отзывов от покупателей и есть за что. Саундбар поддерживает технологию DTS Virtual X, создающую трехмерное звуковое окружение и усиливающую эффект присутствия. Кроме того, в устройстве предусмотрен режим Clear Voice, который выводит дикторский текст и диалоги на передний план без ущерба для общего качества звучания. Поэтому все просматриваемые фильмы, телешоу, спортивные трансляции и новости с таким саундбаром станут четче различимы на слух. К
качеству звучания, если сравнивать с моделями из того же ценового сегмента, не придраться. И при просмотре видео, и при прослушивании музыки владельцы отмечают отличное звучание во всем диапазоне. Еще одним достоинством этого саундбара является функция Yamaha Music Cast. Она позволяет воспроизводить музыку с различных потоковых сервисов и интернет-радио, а также с ее помощью вы сможете подключить к саундбару портативные колонки, поддерживающие эту функцию. Таким образом, можно будет наслаждаться прослушиванием музыки во всем доме. Особенно такая функция будет полезна для вечеринок. Также стоит отметить, что саундбар имеет беспроводной сабвуфер с дальностью действия 10 метров, что позволяет установить его в любую часть комнаты и избавляет вас от путающихся проводов. Единственное, что может не устроить в этом саундбаре, так это его пульт. По какой-то причине производитель не оснастил его кнопками для всех функций. Например, нельзя регулировать эквалайзер. К счастью, управлять саундбаром можно и при помощи приложения. Если вы хотите многофункциональный саундбар с качественным звуком, то Yamaha Music Cast Bar 400 станет отличным вариантом для покупки. Это были 8 лучших саундбаров по версии канала «Правильный выбор». Жду в комментариях ваше мнение о том, какой саундбар вы считаете лучшим. Напоминаю, что узнать их стоимость вы можете самостоятельно, перейдя по ссылкам, оставленным в описании. Если это видео было вам полезным, то не забудьте отметить его лайком. А чтобы не пропустить следующий ролик на канале, рекомендую вам нажать кнопку «Подписаться» и на колокольчик. На этом у меня все. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале «Правильный выбор».